Александр Григорьевич, это опять я обращаюсь к вам. Я вас очень, из всех троих, я вас очень больше всех уважаю. Если взять владыку Руси и владыку Чечни, и вас, мне низкий вам поклон. Почему? Продукты у вас супер и молочные. Вы смотрите за хозяйством, за благополучием, дороги у вас шикарные. Я уважаю. И кроме того, вот сегодня, никто не даст соврать, мы пили белорусскую водку. О! Белорусская водка the best! Александр Григорьевич, я вас очень прошу, не разрушайте Беларусь. Вам это не надо. У вас все хорошо, чики-пуки. Постепенно, постепенно Беларусь будет на таком уровне, что вам не снилось. Только разрушать не надо. Поэтому я вас очень прошу. Вот как вы держите Беларусь, продукты и тому подобное. И про свеклу я слышал вашу лекцию, про сахар. О! Вот думайте об этом. Пища очень важная вещь. А водка, о! Хуже, говорят так, лучше водки хуже нет. Или хуже водки лучше нет. Водка это номер один. Я когда выпиваю белорусскую водку, я себя чувствую белорусом. Хотите верьте, хотите нет. Поэтому, Александр Григорьевич, вы любите порядок. Вот держите этот порядок. Не надо вам никакие потусторонние, ни Запад, никто, чтобы вам диктовали, что вы будете делать у себя дома. Заранее благодарю. Надеюсь, вы меня услышите. Спасибо.